Итак, всем привет. Меня зовут дядя Никитос. Я из мира ДЦП, стендап-комик Иван Усович, с которым я выступал на одной сцене в Ташкенте, обвинил меня в воровстве шуток у Сергеевича из Кемеди. До карантина поехал выступать в Узбекистан на какой-то фестиваль комедии, где хедлайнер, а до меня выступали комики в конкурсной программе. И должен был победить кто-то один в этом конкурсе. Это, ну, скажешь, кто-то конкретный. Не-не. И в этом конкурсе победил комик с ДЦП, который пиздит шутки у Сергеевича. Ты уверен, что пиздит шутки? Да, там все комики это говорят, что это все шутки Сергеевича. Я подумал, что даже, видишь, в мире ДЦП нет морали. Я вам клянусь своим здоровьем, что ничего, кроме диагноза, я у Сергеевича не крал. Ну, у меня получается детский церебральный парализ. Это у меня в рождении. Ну, как справлялся с этим? Обычно, благо, я жил в большой семье, с бабушкой, дедушкой, у нас было 7 человек. Я жил полноценной жизнью. Хочешь играть в футбол – иди на футбол. Хочешь на карате – пошли на карате. Хочешь на плавание – пойдем запишем тебя на плавание. Ну, я не слышала то, что я чем-то выделяюсь. Родители и твоя семья не относились к тебе как к больному человеку, да? Они относились как к здоровому человеку и пытались соответствовать этому. Не ограничивали мои возможности. Я ходил в садике к логопеду и на ЛФК. ЛФК – это лечебная физическая культура. Вот эти места были самыми ужасными для меня. Нас на ЛФК... Нам делали массаж, а потом 3 мужика под 100 килограмм нас растягивали. Сажали на шпагат. Чтобы вы понимали, они сажали на шпагат даже тех, кто просто зашел посмотреть. Когда меня сажали на шпагат, я хотел сказать, что мне не надо. Но сначала была ЛФК, а уже потом логопед. Ну, ты понимаешь, да, что это такой исключительный для Казахстана случай? Проблема в том, что чаще всего и семьи, и родители относятся к ребенку как к больному. То есть они вот всю жизнь чувствуют и несут вот этот какой-то медицинский диагноз. И в итоге ребенок уже вырастает взрослым человеком, и ему хочется чувствовать себя здоровым, да, как-то от них отделиться. А вот это очень распространенная история, а твоя, наоборот, абсолютно исключительная. Поначалу у нас тоже было так, наверное, до 3 лет. Я тоже, как бы, меня ограждали, закрывали дома, за мной следили, а потом приехали. У нас есть американский центр в Шымкенте. И приехали врачи с Америки. И они поговорили с мамой и говорят, ну вы же его всю жизнь вот так оберегать не сможете. Он по-любому выйдет в этот мир. Ему надо будет общаться. А вы представьте, если он выйдет в 20 лет, где он не знает, что такое там ложь, что такое предательство. И это будет намного больнее пережить, жить дальше с этим. То есть я буду очень уязвим. Поэтому мама как бы уже в 4 годика я во дворе бегал с ребятами, копал ямки, играл в войнушки, и это было нормально. Да, я там отличался тем, что не мог ровно стоять на ногах, падал, не мог много ходить. Ну, у меня коллектив был хороший. Две насилия,
и одевали, помогали одеваться. Ну, то есть, как нормальный ребенок я рос. Я еще учился в спецшколе, и нас было по 10 человек в классе. И я очень сильно боялся ходить на разборки с другими классами. Потому что из всех только я передвигался без костылей и ключки. Вот благодаря родителям ты вообще не чувствовал свою особенность, да? Так получается? Когда я поступил в колледж, я уже осознал, что это было упущение родителей. Лучше бы они меня отдали в обычную школу. Но на тот момент, когда они меня отдавали в спецшколу, то есть в обычную, меня просто не приняли. А домашнее обучение, ну вы понимаете, 2 урока в неделю. Получается, я закончил 9 классов школы, потом поступил в колледж Манапа-Утибаева в Шымкенте. Я отучился на программиста-технолога и затем поступил в институт на юриста. На данный момент стендап – это единственное, чем я зарабатываю, потому что я проработал программистом 2 года, понял, что это не так же проработал помощником адвоката тоже в течение 2 лет. Заработок хороший, но тоже возня с документами. Ну, интересно, но тоже не мое. А вот и затем отучился 3 года в театральность, да, актер театра и кино. Кому хочу сказать спасибо, это директору театра, директору Южно-Казахстанскому театру, русский драматический Южно-Казахстанский театр. Игорь Владимирович Вербицкий, вот он взял меня, сначала, правда, не хотели, думали, что со мной делать, а потом все-таки взяли, научили меня работать на публику, работать на сцене, как вести себя, как преподавать. И это прям мне очень дало хорошее продвижение стендапа. Был в кафе, смотрю, девчонка мне руками сердечко показывает. Ну, я решил ответить. А я поступил на 1-й курс. И там у нас был человек, который очень умел шутить. И вокруг него постоянно собиралось много девчонок. И я такой... Я тоже так хочу. И я начал смотреть, как шутят на сцене, как вообще научиться шутить. И наткнулся на Павла Волю. Но в своих я стараюсь к матам вообще не приближаться. Потому что наша публика, она не готова пока мести. Слушать мата человека с ДЦП. Понятия о людях с ДЦП отличаются. То есть, если человек с ДЦП, значит, все знают, что его берегала мама, что он не должен материться, что он должен показывать, какой он образованный либо начитанный. Получается, я правильно тебя поняла, получается, что человек с ограниченными возможностями, да, видится обществу каким-то таким ангелом, вот, который живет в какой-то другой вообще, да, реальности. Да, вы абсолютно верно говорите. Я тоже учился в спецшколе, и люди моего
скажем так, мои однокурсники, все 10 человек, с кем я учился, по-моему, одного есть высшее образование. Все. Все остальные сидят дома, ничем не занимаются, они не выходят в люди. Их закрыли от общества. Ко мне подошла цыганка и говорит: дай погадаю. Я говорю: ну на, удиви. Цыганка начала мне гадать, со стороны казалось, что мы с ней делим сферу интересов. Она говорит: ждет тебе прибыль и путешествие. Я говорю: это вы мне предлагаете с вами кочевать? Она засмеялась, не стала меня проклинать. Что силы тратить? Все равно ничего не изменится. Может, даже лучше станет. Где ты выступил первый раз? Как ты вообще на это решился? Ну и какой была реакция на тебя? Первый раз, получается, я давно искал выступление в Шымкенте. И года три. И тут мне друг скидывает афишу, говорит: сходи, посмотри. Я пришел, посмотрел и думаю: блин, я столько юмора пересмотрел, я могу лучше выступить. Я могу, я чувствую это, что я могу лучше и интереснее. Я подошел к ребятам, они проверили меня, то есть пошутили надо мной, подкололи меня, я подколол их. Ну и они говорят: да без проблем, давай напишем тебе материал и выступай. Первая реакция зрителя на тебя, вот этой неловкости не было? У меня в конце выступления была такая очень интересная штучка, которая вела людей в ступор. Я после всего выступления, у меня там было 10 шуток, и пошла шутка типа: а вообще грех над такими, как я, смеяться. И люди, чем была тишина в зале. И в этот момент у них сначала первые, наверное, секунд 15 была гробовая тишина. Они все переглядывались, типа: блин, а мы-то ржали. И вот этот вот неловкий момент, он так ощущался на сцене, я его так ощутил, а потом они взорвались от смеха. А вообще грех над такими, как я, смеяться. Зачем тебе это нужно? Что это тебе дает? Когда ты выходишь и начинаешь шутить над собой, там видеть какую-то реакцию зала, что это для тебя? Для меня это, скорее всего, какая-то, как вам описать, это эйфория. Мне это нравится. Я получаю от этого огромное удовольствие. Доставлять людям смех. Когда я учился в театре, нам говорили: сыграть трагедию – это легко. Заставить человека плакать – это легко. Два счета. А заставить его смеяться – вот это уже искусство. Я не люблю эти пуговицы на рубашках, потому что пока я их застегну, мероприятие уже заканчивается. Если честно, я человек, который вечно чем-то недоволен. Когда я закончил школу, я плохо развивался, не занимался физкультурой, у меня
правое плечо было в два раза меньше левого. То есть на мне пиджак вот так висел. И я начал заниматься спортом, ходить в спортзал и как бы привел свой внешний, чтобы оно не выделялось. Мне не нравится моя дикция, хотя я уже сколько, 4 года занимаюсь на своей дикции каждый день упорно. За эти 3 года плюс приобрел уверенность, появилась, прям реально появилась уверенность. Если я раньше боялся говорить на публике «привет», то сейчас для меня легко выйти там на 50 человек, на 100 человек, там, на 2000 человек и рассказать свои шутки, это для меня как бы не проблема. У меня проблемы с памятью, поэтому я выхожу на сцену с листочком. Он у меня для мотивации. В нем написана сумма моей пенсии. Всякий раз, когда ты со сцены шутишь про ДЦП, про инвалидность, ты как бы раздвигаешь вот эти вот границы, да, какие-то барьеры неловкости социальные, которые в нашем обществе, там, ну, в отличие от европейского или американского, очень развиты. То есть вот эти границы становятся меньше, когда условно я с тобой могу посмеяться, и через юмор, да, там я или общество начинает воспринимать тебя как полноценного своего члена. Ты же это понимаешь, да? Да, конечно, и отношение ко мне резко меняется. То есть если раньше ко мне друзья, типа, мы тебе поможем, Никита, давай мы сделаем то, сделаем это, а теперь они относятся, а теперь, если я прихожу к ним в гости, и, например, их мама старается за мной поухаживать, они говорят: ма, типа, не трогай, он сам сделает. То есть это уже люди воспринимают меня таким же полноценным человеком. Начинают воспринимать. Вообще, в принципе, вот шутить над инвалидностью можно? Как ты считаешь? И кому? Вот мне можно или можно только тебе? Если честно, я считаю, шутить можно на любую тему. Главное, как это делать. Вы можете тоже об инвалидности, но у нас в Казахстане нельзя переходить границы. Какие? Дозволено. То есть очень сильно углубляться в эту тему здоровому человеку не надо, потому что его воспримут в штыки. Даже я сам шучу над людьми с ДЦП, люди боятся над этим смеяться. Они думают, что это неправильно. Само воспитание, то, что нельзя смеяться над человеком, который болеет. Это в нас же заложено с детства. С детства. Но ты считаешь, что надо и можно, и что это вот как-то здоровее, правильно же? Конечно, это юмор. Я выхожу на сцену, я уже даю понять, что я выхожу шутить. То, что я вышел не оскорблять кого-то, не унижать, ни в коем случае давить на моральные какие-то принципы. Это юмор. Я самый идеальный и лучший друг.
Потому что страшненькая всегда моя. Ты сказал, что у тебя в университете там, или в театральной студии был чувак, который хорошо шутил, и вокруг него было много девчонок. В итоге вокруг тебя эти девчонки появились, теперь у тебя их много? Я бы не сказал, что их много, но есть. Есть девушки, которые хотят со мной общаться, но... Только общаться, ничего большего. Ну, то есть, в смысле, не заводить отношения, не заводить семью? Да, да, потому что, ну, люди как-то боятся, как-то стесняются. Какие у тебя требования? Ну, каждый мужчина хочет видеть с собой красивую, роскошную девушку. И я также, я не исключение. У меня тоже раньше было, когда я себя недооценивал, скажем так, когда я относился к себе как к человеку с ДЦП, типа, да ладно, хоть какая-то пойдет. Главное, чтобы была, а сейчас с приобретением уверенности в себе, то, что я выступаю, то, что я ездил по городам, по странам, мне хочется найти здоровую, красивую девушку. Может, даже какую-нибудь модель. Итак, всем привет. Меня зовут дядя Никитос. Я из мира ДЦП, стендап-комик Иван Усович, с которым я выступал на одной сцене в Ташкенте, обвинил меня в воровстве шуток у Сергеича из Кемеди. Я был на выступлении Ивана Усовича в Ташкенте. Когда он приезжал, точнее, я выступал с ним. Но, правда, это... Нехороший человек меня в итоге оклеветал на весь мир, обозвал. Получается, Иван Усович в интервью Юнию обвинил меня в воровстве шуток у Сергеича. До карантина поехал выступать в Узбекистан на какой-то фестиваль комедии, где хедлайнер, а до меня... выступали комики в конкурсной программе. И должен был победить кто-то один в этом конкурсе. Это, ну, скажешь, кто-то конкретный. Не-не. И в этом конкурсе победил комик с ДЦП, который пиздит шутки у Сергеича. Он сказал, что даже в мире ДЦП нет морали. Извинился, написал мне, типа, извини. Мне так сказали другие комики, а я не проверил информацию. Ну, понятно, я поняла, что ты шутки у Сергеича не воруешь, а вы, в смысле, просто, скажем так, материал один и тот же, правильно я поняла? Да, то есть мы рассказываем об одном и том же. Ну, мы же не можем, я же не могу выйти на сцену и рассказать, у меня вчера было... 5 девчонок, я с ними тусил, записал. Но этому никто не поверит. Я написал Сергеичу, говорю, вот, посмотри видео. И говорю, вот видео с моего выступления. Есть ли в моем выступлении твои шутки? Он мне написал, Никит, есть пару похожих, но ничего криминального я в этом не вижу. Я не хочу извинений. Я хочу, чтобы Ваня Усович опроверг свою мысль и сказал, что мораль в мире ДЦП существует. А себя хочу добавить, что насчет присутствия морали в вашем мире я очень сомневаюсь.